Константин, а это твое. Ух ты! Спасибо! И у тебя такой же? Да, и у меня такой же. Прикольно. Привет, коллеги. Нам тут подъехали вот такие вот награды. Что это такое? Это здесь написано Expert Level Instructor. Инструктор уровня эксперт. Значит, это нам за прошлый год, вот ЦИСКА нам выдала вот такие вот, собственно, награды. Прикольно. Вот, Лена, расскажи, как мы с тобой докатились до такой жизни, вот, что вот каждый год какие-то награды получаем? Как вообще так получилось, что мы вот дошли до... Я тебе могу сразу сказать, что это не только наша с тобой индивидуальная заслуга, это работа всей нашей команды и наших слушателей. А вот действительно, как мы с тобой встретились? Давай вспомним. Да, давай. Это было на ЦИСКА Коннекте, да, ЦИСКА делает эту конференцию ежегодную. Да, я тогда была молодая, да, и перспективная. Да, молодая, перспективная. Но у меня была проблема. Да, значит, ты меня попросила закрыть сумочку свою, да, такая вот женская сумочка, да? Маленькая такая вот. Но там, переполненная. Так она, вот она не закрывалась, да, и значит, я начал тянуть, ну там, ну как бы ты говоришь, что ты там, что ты не мужик что ли, тяни вот за змейку, и я вот разорвал, значит, сумку, меня начала мучить совесть, что вот, значит, как это, незнакомой девушке разорвал сумку медведь, вот, вот что обо мне подумают, вот, ну и как-то, и дальше мы пошли выбирать тебе сумку. Что для меня было неожиданностью на самом-то деле. Ну а как с тобой тогда рассчитываться? Ну, сказал бы просто, да ладно, все нормально. Ну как нормально, разорвал сумку, все вывалилось. Так, хорошо, поехали дальше. Пока мы с тобой выбирали сумку, мы знакомились ближе. Да, и я рассказал... ты мне рассказал... Да. Ну, при том, что я была уже инструктором Академии ЦИСКА, ты мне рассказал свой путь, собственно говоря. Да, да. Что ты прошел обучение, что ты сертифицировался, и, в общем-то, был жутко недоволен тем положением дел, которое есть вот в этом всем. На рынке, да. На рынке, да, в обучении курсом ЦИСКА и подготовке к сертификации. И ты решил, что ты организуешь такую академию ЦИСКА, которая будет максимально эффективно учить слушателей готовить к сертификации. Причем не просто готовить к сертификации, а еще и помогать с трудоустройством. Для меня это было вообще невероятно. В моем университете на самом деле совсем немного говорили о том, что мне придется когда-то трудоустраиваться. Мне нужно получить международные сертификаты, я буду тогда ценнее на рынке труда. А ты все это рассказал. То есть для меня было вообще шоком, как такое может быть, что как вот студенты ходят в университет, чтобы похавать. То есть после университета ты не можешь найти нормальную работу, где платят 2000 евро, вот без опыта, да, вот. Вот, то есть, ну, ходишь и все, и все это неэффективно. То есть тебе никто не гарантирует результат, никто не гарантирует, что будет работа, что будет сертификация, повышение по карьерной лестнице. Вот я уже молчу про трудоустройство в какие-то большие международные компании. То есть получается, все эти университеты, которые вот на рынке, они выпускают шоурменов. Вот этот мужик, который шаурму готовит на метро КПИ, вот здесь вот, да, вот. Страшные вещи на самом деле. И я предложил тебе объединяться, потому что... Что я тебе про себя рассказывала? А, да. К чему ты решил-то предложить? Да, значит, я вот узнал, что ты с Харькова, с ХНУРЭ. Да. Вот ты с этой кафедры ТКС, вот я про... Телекоммуникационные системы. Да, ТКС, да. Это единственная, наверное, такая флагманская вот кафедра на восточном вот регионе, вот в Украине, да. Я тебе честно завидовал, кафедра флагманская, и, наверное, и сейчас это флагманская кафедра такая вот мощная. Но меня что поразило, то, что тебя не развивали. То есть ты была, вот, ну, как бы большой потенциал вот, на самом деле. То есть ты кандидат технических наук, сертифицированный инструктор, вот, умеешь преподавать, вот, но тебя почему-то никто не развивал. Вот, то есть как-то так меня это поразило, и я подумал, блин, надо объединяться. Есть человек, который вот, может, мы можем вдвоем изменить мир к лучшему.
Вот, чтобы наши студенты были довольны, чтобы они гордились нашей работой, а мы гордились их работой, их обучением, их результатами. И мы начали вместе вот работать, да, начали учить тебя, вот, да, отправили на курсы, вот, ты училась в США, вот, сдала сертификацию CCNA Security, CCNP, начала вести эти курсы. И мы... Да, мы ведь не только вглубь, мы и вширь стали развиваться, да, да. И разные курсы. Вот мы начали замечать, что нужно, кроме предметной области, чтобы студент, выпускник обладал некими человеческими качествами, чтобы он хотя бы был адекватный. Вот. И чтобы были знания на стыке технологий, да, то, что сейчас очень нужно. Да, и вот когда мы это вот начали пробовать, эти все современные технологии обучения, я был поражен твоим результатом, да, то есть у тебя была 100% сертификация у студентов по курсу CCNA Security, то есть вот у меня вообще челюсть отвисла, как такое может быть? 100% вся группа сдала сертификацию, когда этот парень, Алексей Лукин, который у тебя учился через полгода, стал главным специалистом по кибербезопасности в МТС, и у меня вообще как бы вот офигеть, вот, надо делать. Я и сама была в шоке, но это было действительно классно. Да, прикольно, вот, ну и мы начали все это делать, коллеги. И оказывается, да. ЦИСКО нас отмечает, да, то есть вот эти вот награды, вот эти сертификаты, это, в общем-то, ну, то, что нас отмечает сама компания ЦИСКО, наши результаты, результаты наших слушателей. Ну, ты знаешь, я вот понял, когда мы стали университетом, это вот, помнишь, мы делали мероприятие, которое было посвящено трудоустройству. Пару лет назад, да-да. Да, инкубатор инженеров ЦИСКО, да, вот. И мы просто пересчитали на фотографии наших выпускников. Да, да. И оказалось, что в ЦИСКО работает 10% наших выпускников. Точно-точно. В краковском офисе в Польше, да, мы вот 10%. Мы просто посчитали всех на фотографии, вычленили наших. Вот студентов, да, выпускников, и разделили, просто проценты получили. Да, проценты, и я был тоже в шоке, и я понял, блин, оказывается, это классные технологии, нужно двигаться дальше, нужно развиваться. Вот ребята трудоустраиваются в большие международные компании, они получают гарантированный результат, вот, они доучиваются до конца, они получают международные сертификаты, они находят работу, причем работу, ну, как бы хорошую в больших компаниях международных. Продвигаются вот. По карьерной лестнице очень часто, серьезно. И фактически, ну, как бы, я считаю, что это вообще вот эти вот сертификаты, это побочный эффект. Вот, приятный побочный ну, эффект. Ну, да, для женщины приятный побочный эффект. Значит, вот такая вот штука, коллеги. Поэтому, что вам сказать? Значит, мы — это одна команда. Мы с вами в одной лодке. И ваши результаты, вот это вот они фактически, да, то есть то, что вы там получили работу, сертификацию, трудоустройство, так вот теперь мы с Леной стали эксперт-левел инструктор, инструктор уровня эксперт, по-моему, это всего топ-10 инструкторов во всем мире, и мы единственная академия ЦИСКО, где два инструктора вместе, топ-левел. Получили такие результаты. Да, вот такая вот картина. Мы вас поздравляем. Уважаемые коллеги. Да, спасибо вам большое за доверие, что вы доверились нам, пришли к нам на обучение, и вот, пожалуйста. И что стараетесь вместе с нами. Поэтому приходите к нам на обучение, мы гарантируем результат, четкий, понятный, осязаемый. Вот если его не будет, мы просто возвращаем деньги. Ну, поздравляю. Да, молодец, спасибо. И тебе спасибо. Пока, друзья.